из отпуска сразу на работу. Полина Гагарина сняла видео на совместку с Эмином в «Невесомости». На съемочной площадке все строго по графику. Звезде нужно отыграть в своих сценах и бежать домой к дочке, которую Полина по-прежнему продолжает скрывать от поклонников. Но нам открывает все карты. Папу. Мама вообще мимо проходила. На съемках клипа Гагарина и Эмин почти не пересекаются. Зато видеоизбранник, не переставая, скандалит с певицей. Сама Полина при этом ангельски спокойна, как и в жизни. Я настолько хорошая, добрая, отзывчивая, что со мной конфликтовать? Но если хочешь увидеть певицу лично, побыть рядом со звездой и услышать любимые хиты, приходи на 8-ю русскую музыкальную премию телеканала РУ-ТВ 26 мая в Крокус-Сити-Холл. Будет горячо. Билеты без наценки на сайте ru.tv.